чего началось все? С чего началось все? Однажды сижу в академии я, и ночь впереди бессонная. Нужно. Ну, от того, что раз в месяц нас охраняют вокруг академии, секретная, а мы внутри сидим, ну, раз в месяц два человека, не спать так, чтобы быть в полной уверенности, ну, вроде караула такого. А на завтра экзамен по военному искусству. Ну, я думаю, ага, было у нас 443 стрелковых дивизии в Советской армии. Ночь длинная, в каждой дивизии по 5 полков, да, я выучу 443 дивизии. Это по учебнику или... Ну, я решил по... Нет, не было учебника, не было лекции. Но от того, что военное искусство, ну, думаю, да, я выучу. И спускаюсь в секретную библиотеку, говорю, дайте мне, пожалуйста, там, какой материальчик есть. Вот первая стрелковая дивизия, кто командовал, где находилась. Ну, чтобы понять, шахматная игра, где они находились, что они делали. Они говорят, нет, совершенно секретно. Я говорю, эй, стойте, я в номенклатуре ЦК, у меня нулевой допуск. Я... Они, нет, это самое, вот то, что завтра будут, какие ракеты, это мы даем. А то, что было вот эти дивизии, то это мы не даем. И когда я ушел, то я стал собирать, вот, допустим, первая мотострелковая дивизия, пролетарская, московско-минская. Подожди. Да. И вот я стал это дело собирать. Было еще первое стрелковое. Это дивизия? Это дивизия. Это сколько человек? Это 14 тысяч человек. Вот на этой бумажке? На этой бумажке, а да. А бумажек сколько? А бумажек 443. Стоп. Это сколько же всего? В любой книжке о войне читаем. Было у нас 170 дивизий, у Гитлера 190. И это вся Европа. Это включая итальянцев, румын, венгров. Лихие были вояки. А тут карточек за 1500. Наши дивизии, корпуса, армии. И каждый может проверить сам. Любой историк и не историк. Мы хватаемся за спасительную соломинку, которую он сам же нам и протягивает. Ведь не все же дивизии были полностью укомплектованы. Не все. Не было необходимости. Но мог ли Гитлер рассчитывать на победу против такой армии? 443 папочки на стрелковых дивизии, 129 папочек на гвардейские стрелковые дивизии. Вот. А кроме того, было 70 армий. У меня папочки есть. Военная теория утверждает, для нападения необходимо иметь тройное превосходство в силах. У Гитлера такого превосходства не было. И все-таки он напал в тот самый воскресный июньский день, когда на экраны кинотеатров вышел последний мирный номер киножурнала. Вот этот. 25 тысяч физкультурников столицы стартовали в профсоюзно-комсомольском кроссе. В забеге 300 человек. Дистанции 1, 3 и 5 километров. И не дает покоя все тот же проклятый вопрос. Почему Красная Армия была разгромлена в первые дни войны? Нам не уйти от ответа на этот вопрос. За это платят на работе, где-то работают? Нет, за это не платят. Это никому не нужно. Никому не нужно, кроме меня. Когда я книгу написал в 81-м году, это мне нужно было пробивать с 81 по 89 год, чтобы это вышло в Германии. А в России вышло только в 92-м году. То есть это 11 лет, это никому не нужно. Это мое, это... А как... Дети выросли, не заметил? Нет, я не заметил. И даже, видимо, с Сашей я потерял контакт, потому что я в этом был. Это понимаешь, это моя жизнь, и все. Я не заметил, я очень сожалею, я не заметил. Нет, они вчера были маленькие, а сейчас они уже большие. Ну, им это важно, как ты думаешь?
Нет, я думаю, нет. Нет. Твои книги и записки победителя, и «Аквариум», и «Ледокол», и другие, они свидетельствуют, что ты был в духовной эмиграции давно, во внутренней эмиграции, что ты противостоял этому режиму. Но ты работал на него, и ты в этот момент работал для Родины, испытывал удовлетворение. Нет. Или ты понимал, что ты делаешь черное дело, помогая этому режиму? Нет, это совсем другое. Это охота. Это я паук, я отвлекаюсь от всего. Я вижу муху, такая красивая, такая аппетитная муха. Вот летит. Вот. Я паук сижу, я не думаю про это, понимаешь, режим, это плохо, я понимаю. Но я тебе признаюсь, что я не думаю про Брежнева в это время, нет. Я не думаю про коммунистическую партию и даже про Родину. Нет. Это срабатывается, вся моя энергия концентрируется вот на этом мухе. Да, это я сейчас охочусь. Это у меня у охотничьей собаки, понимаешь? Охотничья собака, она ловит эту утку. В ней инстинкт, да, эту утку съесть. Но она вообще-то ловит эту утку, она ее не ест. Я от этого ничего не имею. Я приношу хозяину эту утку, понимаешь? Да, вот это вот охотничья собака, но у нее такой инстинкт, понимаешь? У нее раздуваются ноздри. Она знает, что она не съест эту утку. Вот, но она, знаешь, вот как она напрягается, и вот она пошла, вот она, знаешь, у нее все мускулы напряглись. Ау! Вот ее взять и принести хозяину. Вот в том... Да, я пес охотничий, борзая собака, а да. Хозяин кто? Хозяин кто же? Понимаешь, начальник лагеря социалистического, товарищ Брежнев. На хозяинов много, но самый главный там наверху стоит. Мы на него работаем. Но я тебе говорю, что в момент этого напряжения, понимаешь, видимо, это вот что. Я себя почувствовал... Когда я читаю Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вот этот Иван Денисович, он сидит в лагере, его туда посадили, все, и вот он ненавидит это все, ему нужно есть, ему нужно спать, он больной. И вдруг он начинает работать, он начинает эту класть стенку. И вот пошла стенка, вот он кладет, и ему кричат: завязывай работу. А он: нет, он кладет один ряд, второй ряд, да чтобы ровненько. Вот это вот в нем азарт работяги проснулся, он: вот я чувствую себя, этот раб, он кладет, и у него уже он отвлекается от этого гулага и всего тут. И понимаешь, он занюханный работяга, он там в бригаде самый последний, но когда он кладет, и вот он чувствует, он поднимается над всеми остальными, он поднимается на уровень бригадира, бригадир его по имени-отчеству, Иван Денисович, ему подносят эти шлагоблоки, он их кладет. Вот это вот пафос этот. Я когда читал Денисовича, и до, и после, много раз, вот я себя узнаю, вот я Иван Денисович, тут я работаю, но чтобы моя работа, все полюбовались, это я сложил стенку. Вот, полюбуйтесь, я не раб. То есть вот это он раскрывается, это раб, но в работе это творческая личность, понимаешь, творчество. О, нет, этого не рассказать, понимаешь, вот фильм покажут, сделают фильм, этого нельзя рассказать. Нельзя объяснить никак. Когда читаешь «Аквариум» и когда читаешь «Ледокол», то создается ощущение человека, влюбленного в военную разведку и в армию. Более того, один из ваших коллег и, очевидно, подчиненных сказал, что я, когда прочел «Аквариум», да, то мне показалось, что автор этой книги – последний романтик групп. Суворов только с тремя восклицательными знаками говорит о русских военачальниках, о русской военной технике и так далее. Когда человек поносит одно, здесь сложнее, но он же восторженно отзывается об этом. Должен вас разочаровать, что и вопросы, и ваше рассуждение – это рассуждение дилетанта, наверное, который не знает разведку. Я вот сейчас постараюсь разъяснить вам все это. Может быть, немножечко длинно. Вот посмотрите вот на эту книгу. Вот я заглавный лист открываю.
Кому посвящена? Да, Пеньковскому. Книга посвящена незабвенному Пеньковскому, подлейшему предателю нашей Родины. И давайте так рассуждать. Я напомню пословицу. Скажите, кто ваши друзья, и я скажу, кто ты. Я могу соотнести эту пословицу к данному случаю. Это выходит друг, единомышленник Резуна. Ну, друг не друг, а единомышленник. Дело Олега Пеньковского одно из самых громких и загадочных в истории мировой разведки. Полковник ГРУ, боевой офицер, фронтовик. Что толкнуло его на чудовищное предательство? Деньги? Зависть? Дело Пеньковского прогремело в самый разгар кубинского кризиса, когда мир заглянул в пропасть Третьей мировой войны. Потом был суд и была казнь. Обвиняются Пеньковский Олег Владимирович в том, что изменил Родине, находясь в апреле-мае 1961 года в служебной командировке в Лондоне, дал письменное обязательство о сотрудничестве с английской и американской разведками и выдал сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза. Есть такие преступления, которые уже нельзя ничем искупить. Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни. Многие тайны разведки, наверное, так никогда и не будут раскрыты. Как и почему Виктор Суворов посвятил свою первую книгу незабвенному Пеньковскому, мы при первой встрече не спрашивали, но потом, конечно, спросили. Дело в том, что Пеньковский имел возможность уйти на Запад. То, что он уже знал, было бы достаточно для того, чтобы он обеспечил себя навсегда, на всю жизнь. Это было бы сладко, безбедно. Жизнь хорошо обеспеченного британского джентльмена всегда объясняли. Пеньковский любил женщин, Пеньковский любил деньги, поэтому он предал родину. Этот миф разбивается очень легко. Пеньковский имел возможность уйти на Запад. В Москве так свободно с этими женщинами общаться он все равно не мог. В Москве тратить эти деньги он все равно не мог. В Москве так гулять открыто он все равно не мог. Если бы он ушел, то здесь женщины тоже есть на Западе. Ну, может, не такие, как у нас. Он балансировал на краю пропасти ради чего-то другого. Он не имел никакого другого способа выразить вот это несогласие с системой. Он не имел. Кроме того, вот этот способ, который он выбрал, это наиболее решительный образ протеста. Если бы он писал листовки на стене, там вешал, ну кто бы об этом знал. А он шел на смертельный риск и, в конце концов, был убит системой. И, кроме того, у него была цель спасти мир. Я считаю, что он работал в интересах мира против дьявольской системы. И американская разведка выступила на самом высшем уровне, на уровне директора ЦРУ. Было сказано, что Пеньковский – это человек, который спас мир. Это сотни отважных офицеров, сотни антифашистов, интернационалистов, которые боролись против фашизма. Я их могу назвать. Это Ильза Штебе, это Рихард Зорге, это фон Шелле, это Герхард Кегель, это Шандор Рада, это Владимир Заимов и сотни других, которые по меткому выражению маршала Василевского работали и помогали Советскому Союзу не ради чинов, не ради наград, не ради славы. Вот Резун всех этих людей, как говорится, опошляет и предает. Многие люди за рубежом, было время, действительно работали на Советский Союз не ради наград и чинов. Они поверили в истинность и абсолютную ценность коммунистической идеи. И не нам их судить. Но чем деятельность этих героев разведки, выдававших секреты своих стран, отличается принципиально от грязной работы шпиона и предателя Пеньковского,
выдававшего тайны Советского Союза. И все-таки, почему Пеньковскому, а не, скажем, Рихарду Зорге? Я бы Зорге не посвящал книгу. Это профессионал высокого класса, да, повешенный, который не сломался. И с другой стороны, это трагическая личность, которая работала на систему, и он не нашел для себя выхода. Он знал, что если он ошибется, то система от него откажется. И она отказалась от него. То есть его можно было обменять, но мы не стали этого делать. О Рихарде Зорге мы узнали много лет спустя после гибели великого разведчика. Зорге посылал в Москву сообщение о приближающемся нападении Германии. У Сталина были серьезные основания не доверять ему. Сталин требовал вернуть Зорге в Советский Союз, где его неминуемо ждал расстрел. Рихард Зорге не вернулся. Он стал предателем. Но это предательство дало ему возможность через несколько месяцев совершить свой главный подвиг. Благодаря его усилиям Япония в декабре 1941 года напала не на Советский Союз, а на Соединенные Штаты. С этого момента Япония никогда уже не могла угрожать Советскому Союзу. Освободившиеся дальневосточные дивизии сыграли решающую роль в разгроме немцев под Москвой. Заслугу Рихарда Зорге переоценить невозможно. Вот так у Сталина не только герои делались предателями, но и предатели становились героями. Такая профессия. Ну вы знали, какую профессию он готовится, кем он будет? Нет, мы думали, что он дипломат. Вот. А оказывается, не дипломат. А мы этого и не знали. И когда он дипломированный шпион. У нас даже ни у кого не было этого. И даже когда он уже поехал работать, не было тоже. Да, он не говорил. Нет, он не говорил. Он говорил, что дипломатическую академию закончил, все, дипломат поехал. Видимо, это нельзя было говорить. Вот. Но. Что вот у него было, что-то я кромсаю не так. У нас мама жила в Пушкино под Москвой. Вот. И он когда поступил, он туда приехал, и мама у него спрашивает: Вовик, ну что, ты доволен, что ты поступил? А он только ей сказал, что бабушка, если бы я знал, что это такое, я бы туда не поступал. Вот это вот он сказал. Ну, и это я узнала уже от своей младшей сестры. А так ни мама мне не сказала, ни он ничего не говорил. Папа! Алло, пап! Ну, ты не спишь, нет? Ты знаешь, я сейчас не дома, черти носят по всей этой самой стране. Вот что-то душа болит. Как мама? А? Нет, мы все вчетвером ездили. В французский ресторан заказали улиток, вот наелись улиток и приехали домой. А вы звонили вечером, да? Чего? Дорогие, черт их побери, ну понимаешь, прямо из Франции это самое. И очень-очень вкусно. Вы приедете к нам скоро, когда? Ой, мы с тобой улиток поедим. 6 штук дают в блюде в этом самом. Я не могу одобрить его шаги, его поступки, его действия для достижения этой большой, может, очень важной, кому-то нужной, и, может быть, действительно будет нужно. Это время покажет. Правильно. Для достижения этой цели. Слишком плата велика. Не было такого, наверное, дня и не было такой ночи за 14 лет, пока он написал, что или ночью, или днем, или утром, или вечером. Меня мысль покинула. Что и почему? Не было такой. 14 лет подряд. Если не ночью, то днем. Если не в одиночку, так в разговоре. А все равно это было все. Каждый день. Не дай Бог, у кого-нибудь из вас хотя бы близкое случилось. Детей, внуков или близких родственников. Вот так это страшно. Год назад мы с тобой попали в трагикомическую ситуацию с достаточно серьезным ученым.
военным историком Дмитрием Антоновичем Волкогоновым. Я год уговаривал его, звонил по телефону, домой, на работу, просил его встретить Суворова. Мы не знаем, кто прав. Мы ищем аргументы против. Никто, кроме вас, так авторитетно и убедительно не сможет его опровергнуть. Если хотите. И в какой-то момент он сказал: «Хочу». Мы встретились в Париже, в гостинице «Сервантес». Он передумал. Он сказал, что он офицер, а ты бывший офицер. Ты предатель Родины. А он советник президента, кем он тогда был. Я пытался ему сказать, что кроме этого вы оба историки. Ничего не помогло. Он отсиделся в номере 2 суток, чтобы, не дай бог, не толкнуться на нас. Потом, когда ты улетел, я подошел к нему и сказал: «Ну, может быть, вы сами скажете что-то?» Без Суворова. И он мне сказал: «В Израиле 2 серьезных историка. Габи Городецкий и Борис Морозов выпускают книгу «Антиледокол». Я напишу предисловие к этой книге». И вот книга вышла. Предисловие Волкогонова, которое он обещал к этой книге, и которое будет его мнением, нет. К сожалению, нет. Есть книга, но что-то такое она дала тебе. Для каждого, кто интересуется историей, самое главное – источники. Откуда это все взято? Я свои источники обычно показываю. Вот мои источники: Сталин, Ленин, Маркс, Энгельс, газета «Правда», газета «Красная звезда», Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский и так далее. А вот тут источники, какие-то совершенно странные и необычные источники. Документы Волкогонова. Что такое документы Волкогонова? Документы Волкогонова, как я понимаю, партбилет это был у него, или удостоверение личности. Что такое документы Волкогонова? Или, допустим, архивные материалы ГРУ, подготовленные для ЦК. Точка. Это что-то совершенно необычное. Ну, приехал человек из Тель-Авива, из университета. Как он нашел ГРУ? Как он туда вошел? Кто дал ему эти документы? Как-то наши историки 50 лет скребутся в ГРУ, говорят: дайте хоть что-нибудь, любое. А тут приехал человек, говорят ему: вот, пожалуйста, архивы ГРУ, открывают все двери. И он цитирует архивы ГРУ. Возразить было нечего и не хотелось. Да, кино ведь и не место для дискуссии. А дискуссии не прекращаются. Ломаются копии, рушатся репутации, кипят страсти. Побывали мы и на таких конференциях, послушали. Антиледокол наших историков с места не двигался. И мы решили продолжать работу над фильмом. А вот Дмитрий Антонович Волкогонов уже не увидит этого фильма. Первый том его «Истории Второй мировой войны» был подвергнут жесточайшей критике со стороны военных историков и идеологов советского режима и так и не увидел света. Генерал Волкогонов и его коллеги собрали огромный фактический материал, развернули реальную картину событий 30-х годов. В наших фильмах мы пользовались материалами Дмитрия Волкогонова. Но и самые добросовестные военные историки так и не смогли и даже не попытались приблизиться к отчаянной версии бывшего офицера-танкиста и бывшего шпиона Виктора Суворова. А между тем, никто более убедительно, чем он, не смог ответить на вопрос, который уже более полувека терзает Россию и заставляет теряться в догадках весь мир. Почему? В июне 41-го Красную армию постигла такая страшная катастрофа. Не ответив на этот вопрос, мы не сумеем достойно проститься с уходящим 20-м веком.